Все как на едином государственном экзамене. На столе лежат бланк, черная ручка и паспорт. Нет только номерков. В аудиториях с РФТИ, НИЯУ, МИФИ проходят пробные тестирования по ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9 и 11 классов. Целью, чтобы дети, наши школьники, проверили свои знания, посмотрели, на каком уровне они сейчас находятся, но и построили свой план работы на будущее. На что им нужно обратить внимание, какие предметы им могут даваться проще, какие предметы у них даются более сложно. Такой формат тестирования сотрудники факультета довузовской подготовки проводят впервые. Учащиеся выпускных классов смогли проверить уровень своих знаний по 7 дисциплинам на выбор. Математика, физика, биология, химия, история, обществознание, английский язык. Задания тестов составлены в соответствии с требованиями КИМов 2020 года. На пробный экзамен в СРФТИ пришло более 100 выпускников. Хочу написать пробники по обществознанию и математике. Вот, хочу попробовать свои силы и понять, над чем мне нужно работать, а что я уже 100% знаю. Сегодня буду химию писать. В медицину хочу пойти. Нравится это направление. Очень здорово, что у нас есть сейчас такая возможность, чтобы заранее оценить свои шансы, понять, насколько сейчас мы пишем эту работу, я пришла именно за этим. Разбор результатов тестирования пройдет 1 и 2 октября в СРФТИ НИЯУ МИФИ в 402 аудитории. Следующие пробные ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9 и 11 классов пройдут весной 2021 года, но уже на платной основе. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.